Ровно неделя понадобилась в Москве для того, чтобы провести консультации с нашими коллегами из Севастополя, выяснить, какая гуманитарная помощь нужна нашему городу-побратиму и жителям Севастополя. И вот в течение недели сформировать уже колонну из 60 машин с гуманитарным грузом, который включает в себя и автобусы для общественного транспорта, и коммунальную технику, пожарные машины, 20 тонн лекарственного обеспечения, школьное оборудование и целый ряд других видов гуманитарной помощи. Но это еще не все. Буквально сегодня же отправится 10 троллейбусов железнодорожным транспортом. И по просьбе севастопольцев мы приступили к комплектованию медицинского оборудования, порядка 500 единиц, которые, по сути дела, обеспечат полную модернизацию севастопольского здравоохранения. Надеюсь, что в ближайшее время в Москву прибудет мэр Севастополя для того, чтобы мы с ним могли разработать новое соглашение о сотрудничестве, выведя его на новый уровень. В любом случае, какой бы итог референдума в ближайшее время не был, мы, Севастополь и наш братский народ, не оставим в беде, помогали и будем помогать севастопольцам. Спасибо. Спасибо. Готовы к отправке? Готовы. Готовы. Хорошего вам пути, успехов, успешно доставить груз севастопольцам. Готовы довезти? Конечно, готов. Дух есть? Есть. Сложности пути, наверное, будут, но я уверен, что груз будет доставлен вовремя и в целости и сохранности. Передавайте привет Севастополю. Спасибо. Всегда оказывали Севастополю внимание и помощь, и тем более такой трудный момент будем оказывать. Ну и я надеюсь, что трудные времена проходят, но наша дружба и сотрудничество с Севастополем всегда будут на высоте. Обязательно заключим с Севастополем новое соглашение и будем вместе работать над тем, чтобы создавать хорошую, нормальную установку, ситуацию, помогать жителям, помогать Севастополю. Наметили большую программу модернизации здравоохранения Севастополя, поставим туда несколько сот единиц современного оборудования, так что в Севастополе будет медицинское обслуживание не хуже, чем в Москве, я надеюсь. Когда множится солнечный мир с возвращением.